Да мне ребят показывают, возьми, мол, монолог. Я, знаете, я подумал, что сегодня такой день, так хочется от души прямо говорить, без бумажек. Ну, нормально? Ну, так по-человечески друг друга понять. Вы знаете, совсем недавно посмотрели мы в «Квартале», ну, как родилась мысль следующая. Посмотрели, значит, в «Квартале» выступление Путина в колонном зале. Так, все, без пафоса там, конечно. Не так, как у Пшонки, скромнее. Да, и там Владимир Владимирович, значит, сказал такую фразу, вот она запомнилась, легла в душу, прям запала. Киев – мать городов русских. Мать твою городов русских. И поэтому у меня сейчас вопрос к россиянам. Детки. Детоньки вы наши. А что ж тогда вы про мамку в новостях всякие гадости рассказывали? А? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Про мамочку родную. Говорите, что она без вас деточек не проживет. По миру пойдет. Та она рада уже по миру пойти. Только без вас. И что, это нормальные дети? Нормальные дети хотят жить без мамы. Нет, вам надо у нас в квартире. Еще и комнату отжали недавно. С видом на море. А мамка независимая, понятно. Мамка, может быть, себе ухажера нашла? Европейца. Богатого. А вы хотите, чтобы с вами и с ним не такая мамка? Она не гулящая. Она верная. Пойдет с тем, у кого денег больше. Потому что мамка умная. И потом хватит травить мамку, ясно? Ты тоже, доченька, Россиюшка. Как с Путиным жила, мамка слова не сказала. Хотя надо было. Потом за Диму замуж вышла, а продолжала с Путиным жить. Мама молчок. Ясно. А тут на тебе, боже мой. А мамка к тебе со всей душой. Мамка тебе и молочко, и конфеты. Ты нос воротишь. Некрасиво. А мамке-то тебе ничего не надо. Только тепло. Газ. Дешевый. Не надо, дорогой, мама непривередливая. А главное, мамка сама виновата, говорит Дотя, а? Мамка сама виновата, такой договор подписал. Просто вопрос. А кто с мамой договора подписал? Вообще-то, это же мама. Да. И потом, значит, здоровая стала такая. Территория больше всех. Дилда ты. Да. А корабли, кроме как у мамы, поставить негде, да? А у мамки, вот этого добра, между прочим, за 20 с лишним лет ничего не пропало. Это правда. В первые 2 года как все пропало, после этого не пропадало. Да. Некрасиво так с мамкой, да? Тепло мамочке отключено. Говорит, мама, ты воруешь. Что ж это за дети такие? Лучше вообще не рожать таких. И так уже от души хочется сказать, как мамка деткам. Хватит трахать свою маму. Но тем не менее, вы знаете, хочется все-таки чего-то положительного, любви. Мы уверены в «Квартале», что... Наступит такой момент, мы все вместе, мама, дети, все подрастут, поумнеют, все сядут за один стол и все вместе будем пить чай на летней террасе, на маминой летней террасе.